35-го заезда мемориал Шишкина для лошадей 3 лет орловской рысистой породы. Первый номер «Картинка», второй номер «Нептун», третий номер «Блокировка», четвертый номер «Петергоф», пятый номер «Прописная мораль». Дан старт 5-го заезда. Участники со старта растянулись по дистанции. Обег Павел, 4-й номер Петергоф. Далее Нептун, прописная мораль. Сбоит 2-й номер. Нептун. Участники 5-го заезда проходят перед трибунами. Бег ведет Петергоф. На втором месте прописная мораль. Далее блокировка, картинка и замыкает Нептун. А первая четверть пройдена за 36,2 секунды. Вторая четверть дистанции пройдена за 36 секунд ровно. А бег ведет Петергоф. На втором месте прописная мораль, далее блокировка. На противоположной прямой бег идет без перемен. Впереди Петергоф. На втором месте прописная мораль с просветом блокировка. Сбоит прописная мораль. Третья четверть дистанции пройдена за 37 секунд. Ровно бег ведет Петергоф. Участники 5-го заезда на финишной прямой. Выигрывает приз, заканчивает дистанцию 4-й номер Петергоф под управлением наездника первой категории Анастасии Секисовой. На втором месте 3-й номер блокировка. Далее картинка, финиширует Нептун и прописная мораль.